Во-первых, насчет инвалидов, мне кажется, это все показуха, потому что это ничего не меняется. Все осталось прежде, их очень много, их всех жалко, и всех их как бы не спасти. И как-то, мне кажется, нужно какие-то меры предпринять, что-то как от правительства, чтобы как-то деньги на развитие давали. Может, есть все шансы, что может человек вылечиться. Главное верить в это.